Ну расскажите, Олег Леонидович, как вам посещение Москвы? Все хреново до сих пор. Поездка была ужасной, да? Ужасная поездка была. Почему? Расскажите. Потому что погода была плохая. Дождь постоянная. А где вы сейчас находитесь? В ужасном месте. Завезли вас куда-то, да? Да, завезли, не знаю куда. Кормили отвратительно. Ой, ужасно. Еда, конечно. Еда, конечно, безобразная. Какие-то блины. Вот, не какие-то там еще не. Чей вообще? Не знаю, вообще это что-то жуткое. Я ожидал, конечно, большего. Потом по театрам стал ходить. А там вообще полный отстой. Да вы что? Да, вся в сатире там вообще. А в МХТ? Что там в МХТ? Ну, это вообще полная порнография. Ну, не говори. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза. А в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. А если я по дому загрущу, под снегом я пиано отыщу и вспомню о Москве. Я люблю под окнами мечтать.
Светлее нет московских окон.